Итак, всем привет. Мы находимся на складе кожаных курток. Турция. Это натуральная кожа. Короткие куртки Автоледи. Кожа мягкая, хорошая. Это теленок. Отделка чернобурка, песцом. Вот чернобурка, песец, норка. Это вот короткие курточки. Размеры есть разные. От 42 до 58 размеров. Вот как пример одну сниму. Вот такую курточку мы взяли себе одну на продажу. На пробу нам порекомендовали. Вот, это коротенькие курточки. Длина примерно 70 сантиметров. И сверху висят более длинные. Это длина примерно 80 сантиметров, то есть все прикрыто. Вот оригинальные с овечкой, с этим, с барашком. Вот такие вот со светлой отделкой, с темной отделкой. Так, снизу висят более длинные фасончики. Вот такие пуховички, пиджачками оригинальные. Вот красивый фасон с капюшоном, с овечкой. Эти курточки можете заказать. Можно заказать. Размерчики подвозим разные. Так, значит, здесь идет у нас это эко-мех. Такие бомберы, молодежка, пуховики. Так, и кожаные куртки вот здесь более длинные. 1,10 м длина. Размеры разные, до 58. Вот они, такие очень красивые фасоны. Очень красивые пуховики с капюшоном. Отделка здесь идет песцом и овечкой. Фасон хороший. И такой вот коричневой отделочкой, тоже длинный пуховичок, отличный фасон. Вот здесь тоже можно под заказ. Вот, если пуховик нужен, пожалуйста, напишите, я подберу вам. Молодежные такие бомберы, ну они такие женские, молодежные, красивые. Это эко-мех, светлые расцветки, кофе, бежевые. Немножко фотографии я наделал. Такие вот женские. И сверху висят. Если курточка нужна, пожалуйста, напишите мне. Так, сейчас посмотрим еще пальто. Пальто посмотрим. Это отдел пальто. Эко-мех. Вот такой эко-мех. Он плотный, теплый. Двухсторонний идет. Внутри под кожу. Под кожу идет. Вот здесь под кожу. А это эко-мех. Вот они, расцветки такие приятные, хорошие. Такой вот под дубленочку. Вот. Эти шубки идут с капюшонами. И коротенькие есть такие молодежные Автоледи. Вот, пожалуйста. Недорогие. Примерно стоимость 12-13 тысяч рублей. Вот такие вот. И пальто длинное. Цены невысокие. Так. Ну, склад целый. И вот такие вот есть тоже эко-дубленочки, более длинные. Размерчики есть разные. Расцветки вот, пожалуйста. Серый, светлый, бежевый, зеленый. Вот они. Пальто оригинальное. Такие пальтишка красивые. Тоже с английскими воротниками. Примерно 13-14 до 15 тысяч. Все вот эти вещи. Вот, если нужно пальто, пожалуйста, напишите или приходите, заказ приму, привезу вам по размеру. И отснял еще дополнительный видеообзорчик. Это шубки из кролика, желтый цвет, с капюшоном из песца. Это шубы из чернобурки, длина может быть 90, 100 или 110 сантиметров. Технология из полосочек, вот, но шуба очень теплая и не придает объему, как если в случае с обычной шкуркой из лисы, она придает небольшой объем, здесь такого нет. Так, а вот новинка, это те же самые полосочки норки. Вот, и чередуется с мехом песца. Чередуется с мехом песца.
разные расцветки присутствуют. Между прочим, сейчас это входит в моду. Начинают шить дубленки с использованием овчины, астрагана и других мехов, которые присутствуют на поверхности дубленки. То есть прямо, можно сказать, так квадратами идут, чередуются разный вид меха. Вот эти все шубки можно привезти на заказ. Так, это шубки из песца, расцветки светлые, длина 100-110 сантиметров, английский воротник. Вот такие вот поперечки, оригинальные фасоны тоже отшили. Так, это из кусочков, это пуховик, цвет антифриз зеленый. Вот они, это шубки из кролика. Желтый, синий, зеленый, нарядные, красивые. Это пуховик апельсин, цвет апельсин. Модель оверсайз, на большие размеры идет. 52, 54, 56. Вот они, расцветки разные. Это видео со склада шуб. Вот, и такой вот новый сиреняшка, такой еще сиреневый цвет. Вот, красивый. Вот они все висят здесь на складе. Вот, выбор большой, на любой, что называется, вкус. Это желтые шубки. Очень красивые, эффектные. Отличные получатся в них фотографии, фотосессии в таких шубках. Вот розовые расцветки. Сейчас в этом году все это очень модно. Так что кто гонится за модой, пожалуйста, обратите внимание. Это вот шубки из Чернобурки. У нас они были, сейчас проданы все. Вот она, сиреневая шубка, точнее пуховик. Это шубка из кролика, кролик желтенький, длина 130 сантиметров, кролик на высокий рост. Шубка из Чернобурки, это полосочки норки. Все доступно к заказу. Если вам нужна определенная модель и фасон, и мех, можете мне сбрасывать фото и видео. Вот я со склада вам все это прихвачу, все это есть на складе. Вот это летучки с Чернобуркой, это енот, это тоже енот тонированный. Так, это у нас пошло пальто, пальто, а вот и кожаные куртки, кожаные пуховики. Тематика у нас сегодня кожаных курток. Вот они, натуральная кожа, отделка мехом песца, расцветки черные, зеленые. Это с Чернобуркой. Размеры могут быть разные, от 44, от 46 до 54, до 56. Вот с отделочкой из барашка, капюшон с отделкой из меха песца, чисто черный. Есть черный с Чернобуркой, это с капюшоном из норки. Карманы, отделка норкой. Новые фасоны отшили в этом году кожаных пуховиков. Кстати, в них зимой очень удобно, тепло, тело дышит и не мерзнете. Отлично подходят под холодную, влажную погоду, подморозную. Вот, моделей большой выбор. Что-то понравилось, пожалуйста, мне скрин экрана делайте, сбрасывайте фото. Я прихвачу вам на примерку. Придете, померяете, примите решение, брать, не брать. Длина любая, 75-80 метр, 1,10 м. Так, а это уже пошли эко-дубленочки. Цена примерная 15 тысяч рублей, 13. Вот эти фасоны модные, бомберы. Тоже с разным цветом отделки меха. Это длинные эко-дубленки. Красивые, модные и недорогие. Все доступно к заказу. Это эко-шубки. Приятные оттенки, кофейные. Так, это у нас пошли бомберы опять.
Это пуховички красивые, аккуратные, стильные, модные пуховики «Автоледи». Так, а это пуховики мы уже возим такие, возим под заказ, разные размеры и расцветки. Эта красота сейчас вся есть на складе, все доступно к заказу. Длина как «Автоледи», так и длинная. Это парки. Парки, кстати, есть продажа. Парки до сих пор живы. Длина 100 сантиметров и 110. Внутри проходит кролик. Парки себя зарекомендовали. Ничуть не холоднее в них, чем в норковой шубе. Это мужской пуховик. До связи, до встречи в Меховом на Тверской.